предполагается, что целью визита президента Сирии станет получение финансовой и энергетической помощи от российского государства на фоне экономического кризиса в Сирии в связи с недавним катастрофическим событием в стране. Напомним, что в начале февраля в Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Ну, известно, да, что действительно в Сирии огромное разрушение. В Сирии сейчас идет острый энергетический кризис. И, конечно, Сирия надеется, что Россия сможет оказать ей посильную помощь в преодолении вот этих страшных последствий землетрясения. Дипломатические отношения между странами установились в июле 1944 года при СССР. Последние годы политические связи России и Сирии сконцентрированы на вопросах внутрисирийского урегулирования. В течение последних лет президент Сирии Башар Асад дважды посещал Россию с рабочим визитом в октябре 2015 года и ноябре 2017 в связи с антитеррористической операцией в Сирийской Арабской Республике с участием российских и сирийских военных. Федерация оказала Сирии огромную помощь, и военная операция, которую проводила в Сирии в период 15-го, 16-го, 17-го годов, она привела к тому, что смогли благодаря российской помощи и усилиям российской армии победить угрозу, связанную с международным терроризмом, сохранить и сирийскую государственность. И в этом смысле, конечно, вот помощь, которую оказала Россия Сирии, она, конечно, неоценима. По мнению экспертов, в ходе сотрудничества обе стороны получат укрепление взаимоотношений. Сирия надеется, что Россия поможет с экономическим кризисом, а Российская Федерация тем временем сможет укрепить союзнические отношения на международной арене. We'll be right back.